Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить салат из фунчозы. Готовится он достаточно просто и быстро. Салат из фунчозы с грибами и куриной грудкой – один из наших любимых салатов на праздничном столе. Итак, сначала приготовим саму фунчозу. 100 грамм фунчозы заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 7 минут. Через 7 минут фунчоза станет прозрачной. Откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой. Далее нарезаем одну луковицу полукольцами, 200 граммов шампиньонов, 1 сладкий перец соломкой, 1 достаточно крупную морковь нашинкуем или натрем на терке тонкой соломкой и 1 куриную грудку весом примерно 200-250 грамм нарезаем длинными полосками. В сковороду наливаем немного растительного масла и на среднем огне обжариваем лук до прозрачности. Через пару минут добавляем куриное филе и жарим минут 5-7, приправляем соевым соусом, примерно 2 столовые ложки. Далее высыпаем грибы, обжариваем еще около 10 минут. Потом сладкий перец и морковь. Перемешиваем и тушим буквально 3 минуты под закрытой крышкой. Овощи должны лишь только пропариться. И сразу же пересыпаем в миску с подготовленной фунчозой. По вкусу солим, перчим. Добавляем чайную ложку молотого кориандра. Пару зубчиков чеснока. И 1-2 чайные ложки уксуса. У меня уксус 25%. Сюда же добавляем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки и 2 столовые ложки обжаренного кунжута. Осталось лишь только хорошо перемешать и дать настояться хотя бы полчаса. Фунчоза отлично сочетается с куриным филе, грибами и овощами. И это сочетание позволяет получить вкусное и сытное блюдо. Если вы еще не пробовали такой салат, обязательно попробуйте приготовить его. Уверена, вам понравится. А я на этом прощаюсь с вами. Всем пока. До новых видео.